ядрить меня в четыре точки задние. Что за херня? Главное не блевануть на впереди сидящего, а то он может обидеться и дать в хлебальник, либо блевануть в ответ. Это тоже не очень приятно. Привет, друзья, вы смотрите Банально ТВ, с вами Турбо, и сегодня продолжаем играть в Брик Рикс, и я продолжаю обозревать всякие интересные построечки из мастерской Steam. И первый у нас на очереди, ну я просто не мог пройти мимо, друзья, мимо трендов, мимо хайпа, не проходит, вы понимаете, это спиннер, это ебчи, простите меня за выражение, спиннер в игре, как называется игра, в Брик Рикс. Он немножко неровный, немножко похож на член, но в принципе, мне кажется, все, кто увлекается спиннером, они увлекаются членами тоже. Но если вы понимаете, что я хочу до вас донести, естественно, ставьте лайк под этим видео. И давайте посмотрим, как этот спиннер работает. Давайте, я уже чувствую, как я начинаю успокаиваться, как мой стресс спадает. Я спокоен, я же кручу спиннер. О, да, детка, мне как никогда хорошо, ведь это золотой спиннер. Золотой спиннер, друзья. Ставь лайк, если тоже любишь крутить золотой спиннер. Да, детка. На это можно смотреть вечно, этим заниматься можно вечно, но... Честно говоря, я думаю, что пора переходить к следующей постройке, друзья, потому что, ну, вы понимаете, что это полная хрень. Дорогие друзья, ну а вот эта вот постройка, как говорится, перейдем от говна к важным вещам. Вот эта постройка меня сейчас повергла в шок, я ее только что проверил. Это называется солнечная система, так вроде бы ничего особенного. Ну, если не смотреть на вот этого человечка, который в черной дыре, можно так сказать. Смотрите, как эта херня, извините, не херня, но херня в хорошем смысле работает, смотрите. Вы просто посмотрите. Это реально, мать ее... Солнечная система, и одна планета потерялась, еще планеты отвалились немножко, но это не важно, потому что, ну, видимо, я немножко что-то неправильно сделал. Ну, вы посмотрите, это реально планеты. Вот, синенькая это Земля, да, типа с Луной, наверное, я не уверен. Я просто плохо разбираюсь там в астрономии, или как это называется. Блин, посмотрите, ну реально прикольно сделано. Сделано реально круто. Вот за эту постройку можно поставить большой палец вверх. Я ставлю свой большой огромный лайк Лойс и Лукас, потому что эта постройка заслуживает внимания. Заслуживает того, чтобы ее установить, загрузить, так сказать. И посмотреть вообще, что это. Ну, не какой-то там спиннер еще кривой. А вот такие постройки реально заслуживают лайк. Где люди стараются воссоздать что-то интересное, что-то полезное, что может принести кому-то радость. Мне это приносит, ну, какое-то удовольствие, потому что это сделано реально круто, хоть она и разваливается к херам, но это Брик Рикс. Здесь лучше, блин, как будто это какой-то пьяный подсолнух разбрасывается мусором. Кто за ним будет убираться, я, к сожалению, не знаю, но, в принципе, давайте перейдем, может быть, уже к следующей постройке. Большой мы заостряем внимание на одной постройке. Давайте перейдем дальше. Йо-хо-хо, и бутылка рома. Меня зовут Старый Пират Турбо, я одноногий, безногий и прочее. Больно так разговаривать, на самом деле. В общем, вот такой вот пиратский корабль, к сожалению, без, как называется, без парусов, но зато с колесами. Брать меня в рот, я чуть не обосрал свои новые труселя. Извините. Это было просто слишком громко, простите, если кого-то испугал своим матом и сделал кому-то минус уши, но я не хотел, просто я сам реально испугался. Вот такой вот корабль, он плывет по асфальту и по траве, в принципе, все корабли так делают, вы что, не знали? Блин, мне кажется, мы сейчас раздолбаемся об рельсы. Да не, нормально. Кстати, я забыл, мы же обычно уничтожаем все наши постройки, а поезд... Ладно. Я просто хотел выйти вообще, да. Посмотрим, давайте его со всех сторон. Здесь есть лестница. Куда он поехал? Здесь есть лестница, по которой мы можем забраться на этот корабль. На мачту мы не... Блин, смотрю наверх, сразу подлагивает начинает. Это так, вроде нормально. На мачту мы забраться, конечно, не можем. Это мы можем подняться на... Как это называется? На верхнюю палубу, наверное. Она так называется, я не уверен. Кстати, вот это, по-моему, деревянный тоже новый. Добавили вот эту деревянную текстуру. Кстати, она очень хороша. А, раньше, по-моему, такой не было. Сюда мы можем пройти, здесь, в принципе, ничего интересного. Впрочем, ничего интересного здесь, в принципе, нет. Просто большой корабль. Давайте поставим его где-нибудь вот здесь. Вот здесь. Да, блин. Вот здесь. Вот здесь. Да. А, так как... Забыл просто как
время замедлять. Но сейчас, мне кажется, будет что-то достаточно интересное. Давайте посмотрим. Ядрить меня! Четыре точки задние. Что за херня? Я забыл, что там пушки, они, видимо, взрываются жестко. Но выглядит это достаточно красиво. Вот мы. Вот, в принципе, основная часть корабля. И самое большое, что от него, точнее, осталось, можно сказать так. Ну, в общем, ничего хорошего. Ай. Что это за херня? Как она так левитирует в воздухе? Ну ладно, друзья, давайте мы перейдемся к следующей построечке. В принципе, эта построечка достаточно неплохая. Я не скажу, что она говно, но бывало и лучше. У меня аж все зависло, к херам. Итак, дорогие друзья, следующая постройка — это Рено Магнум. После какого-то нового обновления, видимо, добавили какие-то новые детали, чтобы можно было делать крутые тягачи. Вроде бы это так называется правильно. Тут даже, кстати, есть место, чтобы прицепить сзади этот прицеп, трейлер. Фуру, как правильно сказать, я, блин, не очень разбираюсь в терминологии, на самом деле. Ну, в общем, их как-то много стало в мастерской, на самом деле. И вот этот вот Рено выглядит реально очень круто. Выглядит реально очень круто. Сейчас посмотрим, что у него есть. У него есть там какие-то дополнительные... Вот это вот очень, кстати, прикольно. Вот это реально круто. И здесь мы типа такие... Оп, забираемся здесь. Ни хрена себе движок. Ни хрена себе движок. Рунтик, как называется этот двигатель, я надеюсь. Ты посмотришь этот ролик, на самом деле. Ты его не посмотришь, но неважно. Поэтому, эксперты в комментариях, надеюсь, вы напишите, как называется такой тип двигателя. Так, ну мы едем дальше. В8, В10, В-миллион. Я не знаю, не сильно разбираюсь. Но едет на самом деле не так уж и мощно. Не так уж и быстро. Блин, не вписался в поворот. Ну ладно, я думаю, заострять внимание на нем тоже особо смысла нет. Мы его просто давайте сейчас... Где тут поезд? Просто мы его сейчас нахрен взорвем и все. Даем назад. Встаем назад. Капслок. Нормально. Давайте посмотрим, как эта хрень разлетится на маленькие кусочки, я надеюсь. Ну ни хрена себе, сказал я себе. Ну, кстати, кабина, в принципе, осталась цела, но сам, конечно, грузовик отправляется на свалку. Это уж точно, потому что, причем, в полностью разобранном виде, скорее всего. Я обожаю вот этот вот прикрикс, вот этот вот дождь из кусочков лего, из деталек лего. Это очень круто, на самом деле. Это выглядит просто... Мега эпично, мега сосочно, мега охренительно. Ай, блин, что произошло? Все нормально, все нормально. Так и должно быть, так и задумалось. Давайте перейдем к следующей постройке. Так, дорогие друзья, это очень огромная постройка. Это автомат, мать его, Калашникова. Помните, в одном из выпусков я вам показывал оружие? Оно там было, ну, на самом деле, очень маленькое. Но вот это, я понимаю, вот это оружие. Правда, оно тут что-то, блин, колдоебится неприятными звуками. Так, что мы с ним можем сделать, во-первых? Блин. Так, давайте. Ну, тут где-то есть руль. Ну, не руль, сиденье водительское. Ну, правда, он, естественно, никогда не едет. Посмотрим, что он может делать вообще. Подожди. Может поворачиваться. А, подожди, значит, мы можем нажать на Alt. И управлять им, да. Неплохо. О, он еще и стреляет, ёпта. Ха-ха, прикольно. Не взрывается фуил. Да, ну прикольно, прикольно. Ай, блин, автомат, огромный автомат сошел с ума. Твою мать, меня аж залагало, что нахер. Огромный автомат сошел с ума. Я прыгаю за ним, чтобы остановить его. Так, автомат, убейся об стену, пожалуйста. Ладно, он так может вечно. Я понял. Нет, все, патроны кончились, видимо. Ладно, дорогие друзья, сейчас мы перейдем к последней на сегодня построчке. Надеюсь, что вам этот выпуск, в принципе, нравится, поэтому и вы поддержите его своим большим пальцем вверх и подписочкой на канал, если вы еще не подписаны. Так, ладно, давайте мы перейдем к следующей, к последней на сегодня постройке. Да, друзья, построек на сегодня много, и крутых построек на сегодня тоже достаточно много. Вы посмотрите, это просто целый аттракцион. То есть, помните, я вам показывал, в принципе, похожий корабль, но он был там просто был корабль, а тут именно с антуражем, с билетами, вон, $10 стоит билет. Подождите, это Umbrella, это же вроде бы зонтик, неважно, Пираты Карибского моря называется аттракцион, можем здесь продавать билеты, то есть достаточно РПшная постройка. Как мне отсюда выбраться? Тихо, тихо, тихо.
постройка достаточно РПшная, и это круто, сверху какая-то машинка, не знаю, как она связана с пиратами Карибского моря, там, кстати, что-то, там что-то написано, надо прочитать, там какая-то пасхалка, друзья, какая-то пасхалочка, да дай ты мне туда запрыгнуть, да ёптя. Can't finish now missing parts, can't finish. Незаконченный фин... Не... Я не знаю. Приведите, пожалуйста, знатоки в комментариях. А мы проходим. Мы купили билетик и проходим на, так сказать, занимать места. Опасность. Проходя сюда, вы понимаете весь риск. Ну, что-то типа того. Я не особо знаю язык, к сожалению. Активировать что-то можно. Подождите. А, тут можно даже закрыть. Подождите. Можно... Да подожди, можно... Да ёб тебя в рот! Можно даже... Сейчас мы сделаем это. Нам надо снова залезть наверх. А, друзья, вы понимаете, ну это брик-крик, жалко. Вот минус его в том, то, что здесь, когда ты выходишь из машины, ну то есть с места встаешь, так сказать, ты появляешься хрен знает где. Так. Неплохо. Интересно, интересно. Надо закрыться, естественно, а то вдруг чё. Да ёб... Блять, ай, что происходит? Да, что за мазафака? Что за херня? Это Брик Рикс? Блин. Ёп. Ну нахер, давайте его удалим. Заново поставим, без всех этих штук. Я надеюсь, вы меня сейчас слышите. Без всех этих, короче, блин, ненужных штук. Левых, закрывания, там, чего-то. Потому что, блин, не получается. Да, окей. Давайте поставим его сразу здесь. Все, сидим здесь, короче, не выходим отсюда, то это может закончиться плачевно. Давайте разгоняем ее. Вперед. Назад. Вперед. Надо будет сделать мертвую петлю, и можно на этом будет точно заканчивать эту серию, эту великолепную серию. Там, кстати, видите, прикольно даже сделано, то есть с одной стороны вход, типа... А потом с другой стороны выход. Это круто. Вот это вот такие продуманные постройки я очень люблю, на самом деле, и ценю. Если вдруг автор одной из сегодняшних построек видит этот ролик, даже если ты видишь создатель спиннера, если ты как бы... Напиши в комментарии, мне будет приятно. Если ты посмотришь... Ну, ролик будет... Ну, естественно, он будет называться что-то связанное со спиннером, чтобы, так сказать, уходящий хайп хотя бы чуть захлестнуть. Но самая ужасная постройка за... Все, за все мое пребывание в Брик-Риксе. Это, естественно, этот золотой спиннер. Так, давайте, я хочу перевернуться. Нет, я наоборот только затормозил. Надо реально вперед. Назад. Давайте будем вместе с вами сейчас, так сказать, успокаиваться. Вот это реально успокоение, а не ваши спиннеры. То есть такой сидишь туда-сюда. Главное не блевануть на впереди сидящего. Это... Он может обидеться и дать в хлебальник, либо блевануть в ответ. Это тоже не очень приятно. Он может блевануть прямо в лицо. Так, давайте разгоняемся. В принципе, уже близко. Уже, смотрите, 43 там что-то километров в час, что-то такое. Смотрите, уже почти. Уже почти. Но мне кажется, почему-то, что у нас не получится. Хотя, будем надеяться на лучшее. Все-таки я не турбо, если у меня не получится. Давайте так забьемся. Если у меня вдруг не получится, то пишите, что я не турбо. Ты не турбо, пишите. Хэштег. Если не получится, если получится, то пишите турбо самый лучший. Турбо самый крутой. Ну, что-нибудь в этом роде, чтобы меня порадовать. Я надеюсь, что у меня получится. Я сделаю все для этого. Давай. Аж камера повернулась почему-то. Видимо, камера намекает, что у нас почти получилось. Главное не сдаваться. Блин, мне кажется, у меня не получится. Вы заспамите хэштегами, что я не турбо. Сраный корабль, давай. Я хочу, чтобы ты перевернулся. Я должен это сделать, друзья. Я просто обязан, вы понимаете? Потому что я сказал вам, что если у меня не получится, то я не турбо. Как говорится, если ты не турбо, то, то ты молодец. Че я несу, я не знаю, дорогие друзья. Сраный корабль. Я скоро сдамся. Да, скорее всего, не получится, скорее всего, не получится. Не хватает у него какой-то тяги, там, мощи. Эх, ладно, дорогие друзья, будем тогда на этом заканчивать. На самом деле, не пишите, что я не турбо. Потому что я могу обидеться. В общем, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте большие пальцы вверх. Пишите какие-то свои комментарии, хорошие или не очень хорошие. Смотря, понравился вам ролик или нет. И новая серия по Брик-Риксу, естественно, не заставит себя долго, дорогие друзья, ждать.